Стоять такая новогодняя красавица может хоть круглый год. Главное не обижать, и тогда никуда она от вас не уйдет. А чтобы ее сделать, вам понадобится картон, ножницы, монтажная пена, жгутовый шпагат, пряжа, пряжа-травка, проволока, фурнитура, атласные ленты, пластмассовое яйцо от киндер-сюрприза, клеевой пистолет, карандаши, ткань, флис. Делаем из картона конус, наполняем его монтажной пеной и ставим сушить на 2 часа. Готовую основу для елки-топотушки помещаем на бумагу. Если пена еще не высохла, не стоит трогать ее руками. Отмывается она долго, проверено на себе. Начинаем изделие с ног. Берем пластмассовое яйцо от киндера, открываем, срезаем верхнюю часть от большой половинки. Затем с помощью клеевого пистолета фиксируем будущие ботинки к картону. Вырезаем заготовки. Теперь превращаем белый конус в елку. Берем пряжу любого цвета, можно сразу совместить ее с пряжетравкой. Делаем петельку, крепим ее на клей к макушке и обматываем пряжей весь конус до конца. Приступаем к оформлению ботиночек. Для этого нам понадобится флис. Квадратик сантиметров 5 здесь и сантиметров 8 здесь. Ничего страшного, что у меня такой неровненький. Берем, кладем наш ботинок. Кладем. Здесь, чтобы у нас до конца было, здесь укутываем и внутрь вот так вот все это заворачиваем. Теперь делаем стройные ноги. Для этого нам нужно 2 карандаша, пряжа или жгут. Фиксируем клеем на кончике, там где должна быть резинка, и наматываем до острого конца. Если у вас не получается, не накручивайте себе ничего. Все будет хорошо. Накручивайте просто на карандаш. Острый конец карандаша обильно смазываем клеем и протыкаем ботинок. Такие ноги даются лишь немногим. Украшаем их, например, бантами. Приводим елку в достойный вид, обрезаем пену и лишний картон. Верх карандаша густо смазываем клеем и втыкаем в основу конуса. Важно, чтобы монтажная пена внутри конуса просохла, иначе косолапости не избежать. Приступаем к самому приятному. Украшаем елку-топотушку бусами, пайетками. В общем, делаем из нее настоящую модель. Самое сложное было сохранить пальцы здоровыми, потому что клей очень горячий. Но это ни капельки не убавляет желания и энтузиазма. Узнала от дочери. Дочь позвонила, сказала, сходи, мастер-класс будет. Елочка будет на ножках. Им очень интересно, как это будет выглядеть. Ну и внучка говорит, я тоже хочу сделать. Она вообще любит поделки всякие. Но я постараюсь ей все рассказать, чтобы она также повторила. Немного терпения, и ваша елка-топотушка будет привлекать внимание в квартире больше, чем зеленая красавица из леса. Валерия Квашнина, Максим Лобачев, ЗапТВ.